повысить посещаемость учреждений культуры и перейти к цифровым технологиям. Такие задачи поставлены на предстоящий год перед представителями городской культурной среды. С ними сегодня в ДК Добрынина встретился и мэра Ярославля Владимир Волков. Перед тем, как обсудить планы, градоначальнику провели экскурсию. Заглянули в каждый класс, где проходят занятия творческих коллективов. Показали техническое оснащение здания для маломобильных групп. Будем также работать над тем, чтобы улучшать материально-техническую базу, связанную и с инструментом, который используется, это и какие-то технические решения. Проговорили, наметили, планы есть, соответственно, будем ставить в приоритете на следующий год. Также и мэра познакомили со всеми коллективами Ярославля, рассказали достижения в культурной сфере. Это победы на конкурсах и фестивалях всероссийского и международного уровней. Для горожан и гостей проведено более 60 крупных проектов за этот год. Разработаны новые формы работ, такие как спортивные и семейные фестивали, дворовые игры и многие другие. Конечно, существуют и проблемы. Проблем тоже достаточно много. Но вот последняя проблема, о которой говорим постоянно и работаем над этим активно, это, конечно же, антитеррористическая защищенность. Это защищенность наших объектов. Нам надо, чтобы все наши учреждения культуры были безопасны. Владимир Волков пообещал, что постепенно все учреждения культуры оснастят камерами видеонаблюдения и металлоискателями.